Всем привет, с вами снова я, Сергей, и вы на моем блоге «Сибирьки в Колде». И сегодня у нас очень интересный выпуск. Мы летим во Вьетнам. Молот наш самолетик уже. Полетели. Мы находимся в самолете, который отвезет нас в Хошимин. В таком самолете мы летим первый раз. Здесь видите, сколько много мест. Мы почему-то сидим в серединке, в центральном ряду. Но нам по приколу, да? Тут места, в принципе, много. Еще здесь, видите, телек есть. Фледики и подушечки. Да, да, тут подушечки, фледики. Все, в принципе, удобно, комфортно. Нас отделяет 9 часов, и через 9 часов мы будем во Вьетнаме. И там лето, там плюс 25. А в Москве минус 2 и снег. Да, в Москве чуть-чуть, по-моему, я не снимал ничего. В Москве, да? Надо было снимать, как выходили. Там снег реально. Мы вышли, мы замерзли. Мы одеты-то не сильно так тепло. Потому что в Калининграде было не холодно, в принципе. Ну и... летели во Вьетнам, поэтому оделись без курточек, без всего такого теплого. Вот, ну короче, все. Все практически пройдено. Осталось долететь до Вьетнама. Хорошо. Дай бог. Все, давайте, пока. Мы нашли тут крутую штуку. Смотрите, видите, вот этот телек, да? И вот эта штука. Я прочитал, что пульт должен быть убран, и я понял, что это пульт, оказывается. Нажимаем на кнопочку, и вот он пульт. Но самое интересное, здесь есть джойстик. Чуваки, здесь есть джойстик. Мы будем сейчас рубиться в игры, походу. И обратно заезжает. Вот, короче, будете знать теперь. Ну вот, ребятки, мы уже летим, у нас все здорово, взлетели, и нам сейчас раздали вот такие менюшечки. Здесь сказано, чем нас будут кормить, немножечко озвучу. Наушники выдают. Хотел сказать, что здесь есть в подлокотниках, вот здесь вот, можно воткнуть наушники. Если будете лететь, теперь знаете, где они. Втыкают, потому что люди все ищут, не знают, где они почему-то. Вот, у нас были с собой свои наушники, я задался вопросом, а что делать, если у меня нет своих наушников. Вот, как выяснилось, их дают бесплатно. Будем брать? Да, возьмем. Да, возьмем еще наушники. Алява. Еще здесь выдают пледики, подушечки, как мы говорили, еще нам дали тапочки одноразовые и маска для сна. Немножечко зачитаю, что нам будут давать кушать. Первое обслуживание – это мидии со сладким перцем, сельдереем и маслинами подается с оливковым маслом. Основные блюда – паста, тушеная курица с грибами и морковь или треска с белым рисом и фасолью подается со сладким соусом чили. Десерт – шоколадный маффин с фруктовым и ванильным кремом. И на подносе плавильный сыр, сливочное масло, булочка и ржаной хлеб. Второе обслуживание, это сейчас будет сначала ужин, а второе обслуживание – это завтрак. Говядина с сыром, вареным яйцом, маслиной подается с майонезом. Основное блюдо – омлет с сыром, зеленью и томатным соусом с маслинами или пшеничная каша с тыквой или блины с вишневым соусом. И десерт – печенье и мюсли. На подносе сливочное масло и булочка и ржаной хлеб. Напитки – вина белая, красная, питьевая вода, соки, апельсиновый, яблочный, томатный, прохладные напитки, кока-кола, спрайт, горячие напитки, чай, кофе. Вот, короче, походу ништяк. Покушаем наконец-то. Мы голодные, как собаки. Нам принесли еду. Открывается? Ну, давай я тебе открою. Все? Осторожно. Значит, у нас курочка с макаронами. Вот этот вот салат с мидиями, если видно. Ну, там все, что я говорил, в принципе. И вино, красненькое вино. Ну, приятного нам аппетита. Я думаю, что вообще сейчас ништяк покушаем. Уже чувствуется жара. Мы прилетели, еще пока на улицу не вышли. Но
сказали, что за бортом плюс 30. Так что мы все в ожидании. Сейчас, перед тем, как проходить паспортный контроль, нам надо обязательно получить визу. Первым делом. И только потом паспортный контроль. Approval letter. Ребята, надо для этого. Если не знаете, куда идти, идите всегда с толпой, короче. Толпа нас привела вот в такое место. И вывеска landing visa, скорее всего, говорит о том, что нам надо туда. Туда. Пошли туда. Вот лендинг виза, сюда надо проходить, я так понимаю, и показывать. Ребята, короче, не забывайте делать эти, как их, анкеты. Вот так вот бланк выглядит примерно. Мы забыли, тупо забыли его сделать дома, когда перед глазами был интернет, Google, чтобы можно было спросить, что и где писать. Тут вообще так жестко пришлось у всех спрашивать, интересоваться, что, где и куда. Ну, вроде справились, сейчас попробуем подать, посмотрим, что дальше. Наконец-то мы прошли, мы получили, не могу показать, но мы получили паспорта, получили визы, проставили нам на 3 месяца ровно, короче, визы. А значит, те, кто едут из России, запомните, для вас визы бесплатно. Вам нужен только approval letter. Это, говорю, пригласительное письмо, типа, купить заранее в интернете. Ссылочку скину в описании. Значит, обязательно не забывайте заранее заполнить анкету, потому что могут быть проблемы с пониманием того, что нужно именно в анкете писать, но мы вроде как разобрались, слава богу, и все-таки заполнили анкету, и нам дали, наконец-то дали. Короче, мы до сих пор в аэропорту, у меня уже садится камера, надеюсь, еще останется немножечко места, и мы поснимаем, ну, сам Вьетнам, так что ждите. Вот нас встречают, смотрите, все нас встречают, мы идем. Так, здесь, короче, вот автобусы, я вижу. Тут жарко, пальмы растут. Очень странно. Мы отошли немножечко от аэропорта, нашли вот такую вот штуку, bus station. И сейчас ждем автобус, походу какой-то автобус уже едет. Красивая. Большой поток людей, все куда-то едут, очень непривычно. Сейчас был прикол, как перед тем, как зайти в автобус, во-первых, автобус номер 152, запомните, в этот автобус увидите, можете смело залазить, он едет до этого рынка Бенхань, который называется, где и находится наш отель, вот, где, наверное, недалеко. Спросили у вьетнамки, сколько будет стоить билет на автобус. Она сказала, что по 5000 донгов. Когда сели в автобус, нашу сумку, самую большую, вьетнамец, который кондуктор, положил сразу на сиденье и сказал садиться рядом. Лену посадил отец. Портфель мы положили к себе на колено. Вот. И когда он рассчитывался, я ему дал 50 тысяч донгов, он взял задачу 30, то есть взял 20. Хотя должен был за двоих 10 взять. Я спросил ему, за что, почему? У нас же двое человек. Он говорит, типа за багаж еще. Мы такие, ну нормально, билеты дал все-таки 2 по 5 донгов, по 5 тысяч донгов. Вот. Потом как понял, что я что-то недовольный немножечко, и решил все-таки еще 5000 донгов вернуть. Типа мы заплатили еще 5000 донгов за багаж, который лежит вот рядом со мной, сумка. Вот такая вот. Мне кажется, что если бы я зашел как свой и положил сумку на пол, то не надо было бы за это платить. Вообще, я думаю, что не надо за нее платить, в принципе. Вот. Если вы сталкивались с таким интересным фактом, поделитесь в комментариях, тоже расскажите, брали ли с вас деньги за сумки, сколько, пытались взять больше, чем нужно. Вот, в общем, едем уже минут 15, даже, может быть, чуть больше, а с рынка Бенхань все нету и нет. Ну, как приедем, еще что-то поснимаем. Чуваки, мы в центре! Посмотрите, как тут круто! Реально жарко, невыносимо. Наверное, все 35 или 36 или 38, я не знаю. Короче, нам сказали, мы вышли из автобуса вот на той остановке. Где-то там.
И нам сказали идти туда. Вон Ленка там фоткается. Мы пошли искать наш отель. Пальмы, лето, жара, крутяк. Я бы дошел быстрее бы до отеля, уже плечи отваливаются. Будем искать дальше, короче. Не, ну смотрите, здесь такое движение. Мы уже попробовали перейти первый раз через пешеходный переход. Это была жесть, конечно. Самое главное — идти медленно и предсказуемо. Не периодически не бежать и ничего такого не делать. Идешь просто медленно, тебя все объезжают. Как-нибудь заснимем на видео. Ладно, мы пошли дальше, ребятки. Тут все зелено. У нас в Москве вообще снег лежит, а тут лето конкретное. Мы заехали, это жесть. Смотрите, наша комнатка. Вот так она выглядит. Почему-то две кровати, двухспальная и односпальная, хотя мы заказывали двухспальную. Телек, холодильник, все грязное, все в какой-то паутине, какая-то вот штукенция тут, потолки ужасные. Нам сказали, либо доплачивайте за кондиционер, либо мы дадим вам эту штуку. Вот дали, мы ее разобрали, видите, какая здесь у вентилятора грязь просто вообще. И Лена моет вентилятор. Где это? Оп. Вот он красивый. Представляете, какая жесть. А еще, когда здесь включаешь в раковине воду, она по вот этой вот трубе стекает, 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 стекает и вытекает прямо на пол. На пол. Короче, это трындец. И это окно, это не окно, а такая-то фигня. Окон нету. Короче, тюряга какая-то. Ну ничего, нам просто переночевать. Мы решили уже фигней не страдать. Переночуем и завтра свалим отсюда. Вот. Так что дальше будет видно. Все, сейчас пойдем гулять. Мы немножечко поспали, отдохнули. Сейчас с новыми силами. Ну, мы немножко поспали, мы вообще за сутки поспали там очень-очень мало, поэтому мы такие еще не очень живые. Но сейчас пойдем гулять. Первое наше знакомство будет нормальное. Вышли мы уже, когда солнце ушло. Окей. Thank you. Дали нам визитную карточку отеля, чтобы не потерять. Да. Окей. Вот так вот выглядит Вьетнам вечером. Сколько сейчас по-вьетнамски? Сейчас 5 часов. 5 часов. Уже солнца сильно нету, но все равно жарко, очень жарко. Окей. Надо как-то дорогу переходить. Сейчас с людьми пойдем. Жесть. Тут вроде есть светофор, и нам есть возможность переходить так. Это какая-то жесть. Мы сегодня не рискнули покушать во вьетнамской макашнице, не знаю почему. В итоге мы пришли в Мак. Сегодня решили не экспериментировать с едой, взять европейскую. Да? Но в следующий раз попробуем по-любому что-нибудь. Вот можно видеть, зато наблюдать. Сейчас будет, во-первых, интернет, мы с родными свяжемся, потому что в Маке он всегда есть. А во-вторых, можно посмотреть на ночной город из окошечка. Ну как ночной, время 5 часов? Да, время 6 часов вечера, тут уже темно вообще. Ну а после Макдака можно сходить на фитнес. Заказали суп фо. Подожди. Лена фоткает. Огромная порция. Вышло у нас 60 тысяч донгов. И пивко я взял тигер. 20 тысяч донгов. Походу, это не самая дешевая макашница. Но мы пока
не знаем, куда идти и где дешевле. Вот, решили попробовать так. Значит, заказали один суп фо, и слава богу, что один заказали, потому что это огромная порция вообще. Вот, сейчас будем как-то делить, наверное, не знаю, помешаю. Попробуем. Острый этот, наверное, из-за вот этих штук. Наверное. Если очень, да, острый. Ну, чувствуется. Вообще, вкусы, конечно, кардинально отличаются от того, что я когда-либо ел. Мы с Леночкой пришли в ресторан с открытым видом на крыше, вид на город. Здорово, нам нравится. Сейчас еще посидим немножечко. Вот, мы сидим в кафешечке с отличным видом. Допиваем уже коктейльчики, нам принесли. У меня джин-тоник, у Леночки коктейльчик. Безалкогольный причем. Вот, наслаждаемся видами. Здесь прикольно. Надо было пораньше сюда приходить, ну, чисто для съемки видео и фото, потому что так-то глазами мы всю красоту видим, а вот камера вряд ли передает в хорошем качестве. Сейчас немножечко еще посидим, потом, может, погуляем, пойдем домой спать в отель. И с утра, в 8 утра, мы на слип-бас вроде как садимся. Нам говорили, что будет билеты стоить где-то 120-130 тысяч донгов до Муйне, а выяснилось, что 147 тысяч донгов. Ну, может быть, просто разные компании или именно наш отель берет дополнительную какую-то сумму за то, что просто мы через них заказываем. Как-то так. Вот. До Муйне ехать 5 часов. Приедем, заселимся, там еще надо будет на такси добраться до отеля, заселимся, и я думаю, тогда уже нормально что-нибудь поснимаем, на море наконец-то сходим. Так что все ждем завтрашнего дня, сегодня день был интересный, очень много нового узнали, да? Потусили, погуляли. Так что давайте, до связи, завтра будет еще интереснее. Немножечко поснимаем для вас ночного Вьетнама. Вот так это выглядит примерно. Мне нравится, как провода здесь торчат. Это жесть вообще, если вам видно за мной. Очень много кафешек, баров и так далее. Мы вроде должны завтра поехать в место поспокойнее, я надеюсь, по крайней мере. Посмотрим, что там будет. В принципе, сегодняшний день завершается, так что мы с вами прощаемся. Спасибо, что смотрели. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, дальше будет интересно. Теперь мы будем выпускать блоги про путешествия, про то, как мы проводим свои будни во Вьетнаме. Всем до встречи, пока!